Ну что, сегодня постигла нас неудача. Прокололи колесо. Шипит где-то здесь. Подойди, Леш. Вот тут вот где-то. Вот в этом райончике. Придется снимать колесико. Мы уже поддомкратили. Заодно проверим вот такой шикарный гайковерт. Камоле 1800. Да? Угу. Вот. Будем пробовать. Скажу честно, один болтик мы попробовали открутить, вот этот. Открутился на раз-два. Все остальные четыре еще не пробовали. Начнем с того, который мы откручивали. На раз-два. Китайские головки. Теперь те, которые мы не крутили. Такая же самая канитель. Вот он и камоле. Блин, не ожидал, скажу честно. Да. Огонь, сила. Ну что, колеса мы открутили, вернее колесо, но своими силами справиться нам не удастся. Вот она, прорезь идет. Длинная. Где-то сантиметра полтора, наверное, где-то резанул. Так что колесо однозначно уже на монтаж. Профессионалы пускай делают, посмотрят, вынесут вердикт. Ну, а мы пока поставили летнее, сейчас этим же самым гайковертом фирмы Камоле мы все дело это прикрутим. Значит, предварительно гайки вступиться надо закрутить от руки, потому что вдруг пойдет не по резьбе, испортите ступицу. Что, пробуем? Ну, я думаю, если открутили, то и закрутим. Проверим ключиком, пойдет ли или не пойдет. А, встань сюда, да? Угу. Так, плотнее будет. Нормально. Ну, немножечко. Ну, все равно лучше от руки проверить. Я всегда так делаю. Фух, ну, проверили, закрутили. Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Вещь хорошая. Лёх, сколько ты за него отдавал? 8, наверное. С копейками, да? Ну вот 8 тысяч с небольшим по акции еще, наверное, да? Ну сейчас он стоит где-то, наверное, около десятки, да? На зоне ты брал? Ну да. Ну вот, так что вещь обалденная в хозяйстве, пригодится, проверили, испытали. Что, крутит и закручивает, самое главное, откручивает. Так что, пожалуйста, Озон вам в помощь или Алиэкспресс. Ну, можно зайти еще на Вайлдберрисе взять. Этот данный девайс брался на Озоне. Вот, так что рекомендую, вещь хорошая. Все, туши. Лёг.